Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Сергея Матвеева и представляю вашему вниманию казачий рынок. Самый дешевый рынок в Сочи, Адлере и Сириусе. Мы конкретно сейчас находимся в Сириусе. И этот рынок казачий находится на остановке. Казачий рынок. Недалеко от границы Россия-Абхазия. И вот я решил приехать сюда, так сказать. Мне нужны грецкие орехи, финики, изюм. Может быть, еще что-то я захочу. Вот я взял денег, полный карман тут, несколько тысяч. И готов их сейчас, так сказать, зарядить в бой, в пекло. Здравствуйте. Там много чего там. Хочется пока посмотреть, походить. Все свежее, да? Орехи грецкие есть? А финики? Изюм? Все есть, только подошел, сразу все, все есть. А цены у вас какие? Ну, такие, как у всех? Ну, насчет грецкого ореха, фиников и изюма. Изюм вот 700 рублей. Изюм 700. А дыни почем? Это вообще 180, 180 килограмм, да? Да. Это вкусное будет? Очень. Это где-то килограмм, да, тут? Да, это очень вкусный орех. То есть вы ручаетесь, что это вкусно, да? 100%. Так, но меня заинтересовала вот эта дыня. Давайте я пойду посмотрю, что тут у вас есть интересного. Вот. Почем финики? Это 250. Ну давайте я у вас сразу пачку фиников возьму. Возьму тут пачку фиников, пойду еще погуляю. И если что, еще к вам вернусь, хорошо? А грецкий орех у вас почем? Чищенный. Чищенный. Чищенный 750. 750, ну это хорошо. Это... Так, вот есть дача с тысячи? Конечно, есть. Все больше. Где изюм? Давайте я посмотрю, как выглядит. Так, ну вроде нормально выглядит. Так, ну давайте пока финики. И я сейчас пойду посмотрю. И вот я знаю, что у вас все у вас есть. Вот такой орех 850. Нет, это не шагут, ну светлый там имеют. Орех вроде хороший. Смотри, такой орех, если там 250. Хочешь, сладкий, да? Это нежный, сладкий. Вот это вот очень вкусный орех, это да, я знаю. Это 250 вот этот пакет, да? Да? Ну давайте мне еще вот этот. Вот это? Да. И я к вам еще, может, приду. Я сейчас пойду погуляю, так сказать, для объективности. Чурчхелы свежие, да? Почем они? 120. Вот это большая, да? Фундук и грецкий, да, 120. Фундук. Фруктовый там. Фундук вам фруктовый. Без орехов. Без орехов, да? Есть. Ну, все, все, все. Все есть, короче. Все, спасибо вам. Спасибо. Думаю, еще приду к вам. Так, друзья, вот это орех, это реально очень крутой орех. Давайте у вас тоже что-нибудь куплю. Что у вас? У нас все есть. Все есть? Да, конечно. Смотри, что вы скажете, что нет у нас? Что нет у вас сказать? Да. Давайте мне знаете что? Смотрите, вот это выглядит аппетитно. Да, очень вкусно. Давайте мне нет, кешью, значит. А, это бразильский? Бразильский нет, не люблю бразильский. Да. Это... Так, смотрите, значит, сколько тут грамм в этом? Это... Ну, нет. Тут нормально, тут нет, грамм. Нормально, я нет, чувствую, что пару это, стаканов, это, да, тут? А вот такие не хочешь магадами? Тоже не люблю такие. Да? Вот это... я люблю только кедровые, грецкие, кешью. Да, кедровые не хочешь? Кедровый еще есть. Так, давайте мне знаете что? Uh-huh. А давайте мне сделайте кедровый и вот это за 500. Все. Взял вот кедровый и этот кешью. Ну и все, я к вам, если что, зайду еще. Хорошо. Попозже. Что у вас тут? Вот это сушеные яблоки? Да, это из Армении. Очень вкусные они. Да? Вот смотри, это курага, яблоки, это персик, чернослив и слива. Это армянские, очень вкусные. Вот возьми персик или вот это слива, попробуй один. Я угощаю.
Нужно попробовать, да, вот да. Это персик? Нет, это слива. Персик вот это. Хочешь персик попробовать? Mm. Это слива, ну, она мягкая, вкусная. Mm. Ее, она полезная, наверное, да, тоже. Да. Это... И без сахара, без ничего. Mm. Они... Почем такая? Вот такие 800 рублей. Я еще, знаете, на что обратил внимание, что вот это вот тут очень дешевый орех. Они просто, знаете почему? Они, ну, смотрят, то, что он упаковатый, да? Да, вот просто вот такой, смотри. А так он хороший. Да, а так смотри. Ну, представляете, это как дешево, 350 рублей, да? Да, просто мелкие, а так они. А вот такая пачка 200, да. Это тоже, мне кажется, недорого. Нет, 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 вот такой они. Вот этот орех, они очень вкусные. Это почем у вас килограмм? Килограмм 750. Угу. Металь 650. Ну все, пойду чуть погуляю, если что, попозже за орехом приду. Хорошо. Так, что у меня там уже 1000 отлетело. Но я затарился, я купил кедровый, кешью, пекан и финики. Я уже взял. Ой-ой-ой, как я взял. Здрасте, посмотрю тут у вас, что есть. Так, а у этой бабушки я возьму, наверное, изюм. Изюм. Мне кажется, что это все одна кухня. Вот эти все три лотка. Так, там клубника, я смотрю. Это какой-то кетчуп. Почем черешня у вас? Черешня 380. 380. Местная наша, это анапская посуда. А почем черника? Или голубика это? 800, ага. Малина 700. Ага. Клубники нет. Клубника в холодильнике пока не вытащила. Ага. По арбузам что скажете? По арбузам 60. Пробовали? 55 могут, да, конечно. Три раза уже кушал. Вкусно было? Да. А мед почем? Мед полтора. Полторы. Это каштан, да, или что? Каштан с липой, ну вообще бесподобный. Хотите там попробовать? Каштан с липой? Да. Там лежит. Так, ну у меня-то, если честно, мед есть. Дай попробовать. Мед? Там вроде есть у меня еще. Есть маленькие, если хотите тоже. А где маленький объем? По 250 рублей вот, на литр. По 250 и по 350. Ну вот дайте мне за 250. Одну? Да, и еще дайте мне вот изюма. Изюм? Да, можно. Вот это хватит или больше? Вот это хватит. Давай я взвешу там где-то на 150 рублей. Ага. Так, друзья, идем пока, как идется, вот. Так, еще грецкий орех мне нужен. На 150, на 160 нужно. 400, короче. Да. Вот, 1000. Я в пакет. У меня есть пакет. Такие наши перцы не ходят, смотри, какие красота там. Вот эти. Такие же ты не видел. Вот перцы разные. Вот мед с орехами по 150 рублей. На подарок можно. Да, очень хорошие. Потом что? Чаи вот разные. Красота. Ну давайте вот это мне подарю. Такие по 150, вот мне какие хорошие. Пока хватит все. Так, если что, зайду попозже к вам. На это держи. Или пакет. Давай я тебе отдельный пакет. Давайте, да, дайте мне отдельный пакетик. Так, надо двигаться дальше, друзья. По рынку. Если честно, арбуз я пока не рискую брать. А это что такое? От суставов настойку, друзья, можно делать. Спасибо. Удачи тебе. Так, вот это мой пекан. Это все ваше? Да, это мое. А, спасибо.
Так, а клубника почем? 400, спасибо вам. А инжир? 1000. 1000, да, еще дорогой. Ну, только начался. А клубника 400? Да, предложил. Что-то дороговато, по-моему, дешевле там в Адлере. Не знаю, у нас так. Да? Ну, черешня вроде. 400 тоже. Свежая. Так, ну ладно, пойдем еще немножко прогуляемся. У меня уже тут серьезный пакет. Представьте, сколько в нем витаминов. Фундук бычок. Орехи по 350 рублей. Так, мне еще надо грецкий орех купить. Здрасте. Чаечки не надо? Чаечки нет. А что? Думаю, я уже почти все купил, кроме грецкого ореха. Есть по 600, есть по 800. Есть вот такой вот дробленка. Почему-то я не вижу вообще разницы между по 600 и по 800. Как не видишь разницы, сыночек, что с тобой смотреть? Имеется. Это чуть-чуть меньше, это чуть-чуть крупнее, это светлее. Ага. Я просто руками не хочу трогать, сейчас это я дам тебе локоть. Смотри, особо разницы не видно. Смотри, ну особо не видно, но и все равно эти белее, эти, смотри, эти. Угу. Ну, особо не видно, ты на вкус попробуй. Вкус хочешь, пробуй, на вкус... Вкус, разный вкус? Ну, их вкус тоже, да, у этого... Мне кажется, это надо, ну, типа, шарить, чтобы отличать вкус. Орех, он и орех, и есть грецкий. Mm-hmm. Ну, нет? Сейчас жара заявилась, сволочи, бабочки заводятся. Mm-hmm. Сволочи, они тут, так, это фундук Абхазии очищенный. О чем здесь фундук Абхазии очищенный? Ну, какой? Какой? Попробуй вот этот самый дешевый. Прожуй сначала, проглоти, сыночек, проглоти, чтобы не понял потом. Ну, это хороший орех, просто... Колотый называется, да. Рядовка. Но это некоторые, знаете, берут не для красоты, а готовят с них, чтобы через мясорубку... Ну, так я как готовлю коктейли, ну, я добавляю орехи в коктейль. А вам нужно вот целиком этот возьми, тогда вот это по вкусу, чего они обыкновенно, просто они... Ну, он хороший, да? Вот попробуй, я же тебе говорю, прожуй и попробуй. Возьми-ка дешевле. Не обязательно брать. Давайте полкилограмма. По 700, по 800. Так, вот я не понял, когда у меня это фунтик здесь лежит. Вот это я затарился. А как коктейли? Интересно, ты... А продаешь, наверное? Нет, с утра коктейль делаешь? И туда орешки добавляешь. А-а-а. Разные. Все понятно. На 250, да, сделайте мне? Да, я вам сделаю на 250 рублей. Сейчас я писала, встану. Угу. Тут что, специи, чай? Да, там специи, чай. Нет, уже есть. Это А там вообще вещевой рынок, да, дальше? А вот он, вещевой рынок. Ага. А. Вот, посмотрите, уважаемые, посмотрите. Все это, ровно, есть, даже, да, бонус дали. Бонус, да. Вот, смотрю. Да. Все, спасибо. Вот это вам. Все. Так, ну все, положите? Да, у меня есть пакетик. Пакетик. Ну все, теперь я самый умный буду, если столько орехов съем. Да. Хорошего все. Дня вам. Вам всего. Так, друзья. Орехи взял, изюм. Да, их надолго. Только ты их знаешь что? Если останутся в холодильничке внизу, где фрукты хранятся, туда ложить. Хорошо. От жары может прогорь. Ага, все хорошо, спасибо. Так, друзья, есть тут, значит, еще вещевой рынок. Здрасте. Скоординируйте нас по ценам немного. Вот шлепки вот такие, Adidas белые. 1000, да? А вот такие по камням ходить? 300-500. 300-500, уже как бы поинтересней. А что, дорого, да? Ну вот эти, ну они крутые, да, вот эти мягкие, за 1000. Ребят берут, не знаю, молодежь. По 1000, по 300.
А вот женские вот такие. Да, не снимай магазин, братан. Нельзя? Не надо магазин. Ну ладно, ладно, не буду. Тут вообще Адидасы. Не снимай, я попросил, блядь, не снимай. Вообще никакие магазины? Ну, я не знаю, мои не надо. А, ваши вот эти два, да? Да. Так. Вот тут есть одежда. Все по 500. Так бы клиенты, может, к вам пришли. Не надо. Эти клиенты придут сами. Да? Ну ладно, удачи. Что-то не вижу я тут, что у них есть клиенты. Вот тут вещи. В общем, друзья, реально рынок нормальный, адекватный. Здесь можно купить продукты. Смотрите, какой виноградик. Сказка просто. Понял, ладно, давай занимайся. Положите, положите. А я думала про них. Так, идем тут, смотрим. Здрасте. Чурчхела, да? Я уже почти все купил. Специи. Не перезаходите, можете посмотреть. Пастила. Зайдем, посмотрим. Так, ну и что тут у вас из десертов? Где она? Почем она? 80 рублей 100 грамм. 100 рублей 100 грамм. Вот здесь наборчик. Вот. Ага. Посмотрите. Это там на сколько? Ну, есть маленький, поменьше. Можно пару штук. Угу. Это 100, это очень вкусно. Там много-много орехов. Много? Это все орехи. Да. Надо попробовать сначала. Давайте пару кусков. Давайте вот эти три кусочка. Три, вот, да. Три я оставлю. Да, давайте. А это что, у вас камешки продаются? Да, шоколадные камушки. А, это шоколад? Да. А, дай чем попробовать? Да не, пока не надо. Сок холодный, гранат. Холодный? Да. Идите, налью, попробуйте. Я только свежевыжатый пью. Нет, это не свежевыжатый. А по чурчхеле что скажете? Или как это называется? Это ж чурчхела? Не, вот это. Нет, это лукум. А, вот лукум. Что по лукуму скажете? Лукум и турецкий. Почем у вас лукум? Лукум, вот это 100 грамм 150 рублей, но можно 100 грамм 120 рублей. Вот. Там разными вкусами. Абрикос, малина. Я просто когда пробовал, очень вкусно. Вот этот, что за лукум? Вот это фисташковый. Фисташ, почем он? 100 грамм 120 посчитаю. Сколько тут в этом кусочке? Или... Он тут это, не в пыли? Нет, давайте не в пыли, но если хотите, я вам отсюда. Да, давайте, мне лучше оттуда. Есть гранат, давай. Ну, мне примерно вот такой кусочек сделайте. Я пробовал чурчхелу, она реально очень вкусная. Я когда покупал на рынке. Целый или половина? Давайте. Целый. Она очень вкусная. Она дорогая. Она... Давайте нет, половину. Вообще 100 грамм 150. Я вам 100 да? грамм 120. На сколько такая выйдет? Это самый дорогой, то, что там это лежит. Самый вкусный у вас? Самый вкусный. У меня, вот видите, какой у меня глаз да. на самый вкусный упал. Это самый дорогой, он дороже, чем ты. Да? Ну, давайте. 400 грамм. 400 грамм. На 500 рублей. Ага.
Хорошо. А по маслу что скажете? Масло — это домашнее масло, это с ароматом. Это ароматное масло. Подсолнечное? Холодное, да, холодное очень. Почему оно разное цветом? Ну, это жареное, это холодное. Ага. Очень. Почем? Литровый 250, пол-литр есть, 150 рублей. Пол-литра 150? Да. Ну, мне еще пол-литра дайте. А какой, холодный? Холодный. Так, оно очень вкусное, буду в салат добавлять. Чучхелы нет. Три на 250. На 250. Так, это с чего у нас тут получается по цене? 1000 рублей. 500 и 250. Нет, это 150. Вы же пол-литра. 900 рублей. 900. 400. Ну, давайте все за 800. Нет. Нет? Это я вам со скидкой уже посчитала, правда. Она самая дорогая из этих всех. Пахлава по 1000, да, килограмм? Да. Есть 800, есть 1000. Пахлава домашняя вообще 1200 тоже. Ага. Там много орехов. Так. Она свежащая. Ну ладно, давайте. Так. Я даже не попробовал, вы мне не дали попробовать эту. Что? Рахат-лукум. Давайте дам попробовать. Давайте, да. Вот то, что вы брали, давайте. Конечно, да, я хочу попробовать. Она очень. Вот сейчас скажите, второй кусок дай, но больше нету. Там внутри фисташковая. Поменьше, поменьше, маленький кусочек. Просто хочу, чтобы вы достали и этот. А, там самая вкусная кинзу начинка. Уберите там, чтобы так грязно не было. Да, начинка просто, да, вы не деньги достали. Грязные. Да, вот, там есть чуть начинка. Да, она очень. Бомба вообще. Получается, что я прошел весь рынок, потратил сколько? Несколько тысяч. Спасибо. Есть без сахара этот. Спасибо. Что будем знать? Спасибо вам. Очень вкусно. Хорошего дня. Так, друзья, вот такой рынок. Несколько тысяч. Пошли погулять. Здрасте, а почем виноград? 350. Виноград. Кисточку можно взять. А вот такую можно? Это что за сорт? Арктика. За 200? 1000 рублей. За 200 сделаем? Сейчас, подождите. Посчитайте, 4 там? 4. Спасибо, хорошего дня. Так, все, надо теряться отсюда, пока еще деньги в кармане есть. Друзья, ну я нормально взялся. Вот такой рынок. Можно еще дыню взять. И ладно, в следующий раз возьму. Так, друзья, вот такой ролик, вот такой рынок. Давайте напишите, как у вас настроение вообще. Откуда меня смотрите, когда приедете.
Поставьте лайк за такой интересный, познавательный ролик. Будете знать об этом рынке. Если тут будете жить в Сириусе, можете сюда приехать. Так, тут еще один ряд. И, друзья, на этом я, наверное, прощаюсь. Желаю всем успехов, процветания, здоровья. Подписывайтесь на мой канал, будет много интересных роликов. Все, всем удачи и счастливо, друзья.